Могу ли я задать тебе странный вопрос? Да, странный вопрос. Если бы с тобой что-то случилось, я мог бы это остановить, но это означало бы, что мы никогда не встретимся. Хочешь, чтобы я это сделал? Два года назад умер мой парень Макс. Я не могу взять себя в руки. С тех пор, как произошел несчастный случай, некоторые песни буквально выдергивают меня в прошлое. Что хочешь делать сегодня? Все это. Может быть, пора начать жить здесь и сейчас. Я слушаю этот альбом по кругу. Мне нравится, как музыка делает это, что выдергивает тебя в какой-то момент времени. А если я могу его спасти? А если я могу изменить тот момент, и несчастный случай не случится? Ты уже встречаешься с кем-то новым. Я слушаю все записи, которые когда-либо выходили. Чувствуется, что я обманываю.